«Жизнь здесь и сейчас». В Израиле открылась семейная выставка художников Александра и Вячеслава Ильяевых, которые находят вдохновение в путешествиях по миру. О противоречиях, гармонии с природой смотрите в следующем сюжете. Каждый герой этих картин становится личным другом художников. Вячеслав и Александра Ильяевы принципиально не рисуют незнакомцев, ведь их главная задача – изучить предмет, а уже потом рассказывать о нем миру. Мы много ездим по стране, собираем материал, узнаем о жизни тех людей, которые живут и в Негеве, и на севере, и в Иудейской пустыне. Нас интересуют те люди, которые не видны простому глазу. Но они есть, они живут, они утверждают жизнь и радуются, где-то страдают, где-то радуются. Но это тоже люди, которые вместе с нами. Первая совместная выставка семьи Ильяевых открылась в Доме художников города Ришон-ле-Цион. На подготовку к этой экспозиции ушло 3 года. Главная тема – жизнь здесь и сейчас. Такая идея родилась у Александра от соприкосновения с противоречиями в социальной и политической реальности Палестины и Израиля. Мы состоим в объединении профессиональных художников Израиля. Это очень такое, очень старейшее объединение. Я думаю, что ихнее творчество показывает отношение художников к нашей стране, к людям, которые живут здесь. Работы израильских художников отличаются по тематике, хотя и путешествуют они вместе. Картины Александра отражают связь человека с природой, а Вячеслава – строительный труд. Строительство новой жизни, строительство, будем так говорить, будущего, можно сказать. Но и одновременно это и тяжелый труд. Потому что построить здание – это непросто. У Александры это жизнь тех людей, которые населяют нашу землю, нашу страну. Всех людей, которых мы рисуем, в основном мы всех знаем лично. И поэтому для нас они как бы не просто портреты, а это за каждым стоит целая жизнь конкретных людей, которых мы знаем. Израиль – страна неограниченных возможностей. Каждый репатриант находит здесь то, к чему стремился всю жизнь. Некоторые обретают деньги, кому-то удается найти себя в любимом деле, а кто-то находит спутника жизни. Это, наоборот, дает нам силы и желание узнать об этой стране, об этой земле, будем так говорить. Вот. Я родился в Баку, давно, еще в советском Баку. Александра приехала из России, Советской России когда-то. Вот. Мы познакомились здесь, учились в Яфа. Есть такой институт Авни. Подготовил ни одного художника здесь, в Израиле. Вот. И мы познакомились. Сейчас продолжаем творчество.